Привет, ребята! Свежие новости о канале и не только. В Москве наконец-то наступило долгожданное лето, и температура прыгнула за 30. Я сижу, спасаюсь вентиляторами. А вообще, самое время для того, чтобы устроить групповые покатушки. Но! Мы до сих пор не утвердили дату. Ну, камон, ребята, давайте уже собираться. Я предлагаю 17 июля в полдень на Чистых прудах. Это будет выходной день, так что я думаю, многие смогут приехать. А еще из хороших новостей. Свежая партия нашивок. Есть вот такая маленькая на рукав, стоит всего 500 рублей. И вот такая большая на спину, стоит 2000 рублей. Я уже, кстати, успел пришить большую на свою куртку. Выглядит просто супер. Ну а заказать вы их можете на моем сайте saintlouis.com. Кстати, там же есть барахолка запчастей для мотоциклов Сока. Вы можете приобрести себе что-нибудь или прислать мне фото, и я размещу ваши детали на этом сайте. Это абсолютно бесплатно, и я за посредничество ничего не беру. А еще в моей жизни произошло событие. Я продал свой мотоцикл. Он служил мне верой и правдой 3 года. Мне повезло, и многих болячек, таких как горящие клеммы, на моем экземпляре не было. И вот теперь мотоцикл обрел нового хозяина. Ну, по крайней мере, у меня все еще есть электровелосипед, о котором тоже скоро будут видео. Это была краткая сводка новостей за предыдущую неделю. Спасибо, что смотрите меня. Подписывайтесь, ставьте лайк. Увидимся!